Душенька, отойди. Забери это, да. И что там? И Душенька, пожалуйста, отойди. Сядь уже на диван или на коврик. Погадила уже. Гавочка, это твои подарочки. Посмотри, что там есть в сумочке. Это все для тебя. Смотри, Гавочка. Все для... Да! Какой слоник. Да, какой слоник. Он летик. Это надо отрезать, да, будет? Вот так маленький слоник. Так. Ой, он большой, да. Давай посмотрим дальше, что там еще есть. Да, посмотрим. Да, такие у Идошки есть, а это у Габи маленькие такие. Маленький джинго для тебя, Габи. Да. У Идошки тоже мама такую Идошки взяла. Что там еще ты увидела? Вау! Yellow, golden, silver. Everything that she says is orange. Нет, она уже и yellow говорит неправда. Да. Orange. Габи, что еще там? Что еще там посмотреть? Что это? Тоже конструктор их надо раскрыть. О, да, конструктор. Imagine I can dot. Габи! Резиночки Габи на голову. Да, и маме. Да, маме делать и Габи, да. Что еще там? Габи, что там? Вау, Габи! Помада! Это шапки помада. Дай Габи. Да, Габи мазать губки, да. Ну, да. Шапки появились. Что это? Вау, скажи. Домино, детское домино. Yes, детское домино. You know, the hard play domino. Деревянное. Yeah, детское домино. Маленькую Жушку, мою маленькую внучку, с днем рождения. Я желаю ей, чтоб она была Божою дитиною, щоб вона любила своїх батьків, щоб вона виросла дуже гарною дитиною. І коли батьки будуть старі, щоб вона їх поважала. З днем народження! Ву-ху! Поздравляю вас с вашей дочуркой! Ура! 3 года!
Какое счастье, как будто не было этих 3 лет, как будто один день, и все, только родилась. И вот ей уже 3 года, нашей сладкой девочке. Я вас поздравляю, родители. Вот, чтобы у вас всегда детки такие хорошие получаются, детки. Здоровье ей, чтобы она была послушная, чтобы у вас было к ней терпение. Все, я вас очень сильно поздравляю от всего сердца. Празднуйте. Целую вас очень крепко, чтобы у вас все прошло весело и как вы намечаете. Как и Нуська, как все, что по плану у тебя получилось, моя зайка, чтобы тебе никто ничего не нарушил. Все, как ты задумала, чтобы так и было. Веселого вам праздника. Целую, целую, обнимаю. Ногичку мою тоже целую. И лизок, кудряшки, и щечки, мою сладкую касаюсь. Все, баюшки. Bye-bye. У нас последнее приготовление. Первые гости уже пришли, они внизу. Стол потихонечку наполняется. Здесь угол для родителей тоже. Кофе, легкие закусочки. Вот, все начинает приобретать свою форму. Здесь детки будут сидеть. Все, сейчас мы ждем следующих гостей. Что? Ой, катается. Машуня катается. У нее даже такие глаза, как будто бы ей надоело, что ты ее катаешь. Лиза, Лиза. Сюда? У Габи. Это, наверное, аква-аква. Нет? Да. У тебя? Да, давайте скажем всем. С днем рождения. С днем рождения. Ура. Сколько сегодня Габи годиков? 3. Вот так, 3. 3, да? Большая девочка! Мы тебя поздравляем. Будем читать сказку? Да. Будем читать сказку, Лиса? Да? Ну давайте. Я буду читать и показывать вам картинку. В общем, Габа это нам еще. Все уже сказала. Одна девочка... Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Хочу остановиться и спросить, а можно уходить самим в лес? Можно? Алис? Нет? Клой. А почему? Чичка, посмотрите, какая красивая. Красивая? Да, красивая. И самая маленькая такого же размера, ну, допустим. И три медведи обязательно скажут по утрам. Так. Чичка, значит, окей. Первая чашка очень большая. Это была чашка пап. Да. Папа-медведь. Папа-медведь. Поменьше часть. Мамина. Мама-медведь. А самая маленькая, это была Мишуткина кашка. Да. Девочка решила... А можно я буду рассказывать сказку без книжки? Ну, сейчас прием. Можно, конечно. О, девочка решила попробовать кашу. Кто хочет попробовать? Так, ну давай. Давай, попробуй. Все вкусно? Девочке тоже не понравилось. Говорит, очень горячий. Лиса поела. А мама? Спасибо, очень Габи. Вкусная. Спасибо. Мне так хорошо, ей понравилось больше всего. Вот, видите? Она всю мисочку. Да. 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 Там было 3 стульчика. Тоже. А пришла она с едой. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь. Видит, в домике никого нет. И вошла. В домике этом жили 3 медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Большой медведь. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Мишенькина. Девочка легла на большую, и было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую. Кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой, голодные, и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом. Кто хлебал в моей чашке? Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко. Кто?
хлебал в моей чашке? А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом. Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал? Да, увидела медведя и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.